8 марта сегодня продолжается у девушек. Я думаю, что и у мужчин тоже. Вот. Анекдотов много знаю вообще про 8 марта, но некоторые даже не стоит запоминать, они неинтересны. А вот три достойных таких. Один рассказывать точно не буду, потому что дети в эфире. Вот. Но двумя поделюсь. Один больше леди понравится, а другой гусарам. Значит, первый анекдот. Бригада сантехников из ЖЭСа звонят своему бригадиру. Алло, Петрович, поздравляем тебя с 8 марта! Он такой: я не понял, я что, баба какая? Ну, баба не баба, но сука порядочная. Второй анекдот. Деревня, может даже белорусская, 3 часа ночи. Марфа лежит, отдыхает. И тут стук в дверь, такой бу-бу-бу. Она такая: кто там? Марфа, это я, Силантий. Пришел тебе с 8 марта поздравить. Она такая: Силантий, уходи, всю деревню разбудишь. Что про меня не подумают? А он опять бух-бух-бух. Она такая: Силантий, ну чего ты хочешь? Поздравить тебя хочу с 8 марта. Она: Силантий, уходи, ну разбудишь всю деревню. Он опять бух-бух-бух. А ты знаешь, чем я бью твою дверь? Заходи, циник. Всем привет.